Танцевально-вокальный центр «Штаб-квартира» представляет «Танцуйте на здоровье». Магия восточного танца всегда привлекала внимание женщин и мужчин. В основе танца живота лежит яркая и чарующая женственность. Сегодня в программе «Танцуйте на здоровье» вы сможете обучиться базовым элементам восточных танцев. Мы сейчас с вами будем учить небольшой кусочек танцевальный в восточном стиле, который можете использовать потом, танцуя у себя дома, себе в удовольствие вашим близким. Но сначала мы с вами выучим те движения, которые будут использоваться в этой нашей связочке. И первое движение, самое известное в восточных танцах, называется оно шими, но по-другому мы его называем тряска. Будьте внимательны, я к вам повернусь так, чтобы видели мои ножки. Мы с вами становимся на прямые, свободные ноги и начинаем по очереди работать с ними. Свободными, свободными, свободными ногами, не зажимая. Так, чтобы вы чувствовали, что ваши мышцы расслаблены, и бедра работают широко, и вы видите, как эти колени у вас работают, как у вас бедра работают. Попробуем подняться на носочки и попробуем это сделать все на носочках. Да. Опускаемся на пяточки, а теперь поднимаемся на носочки. Теперь движение, которое называется качалка. Делается оно тоже, опять же, за счет коленей. Если не видеть колени, то кажется, что я работаю бедрами. На самом деле работаю коленями. Открываем секрет, поворачиваюсь боком, работаю коленом. За счет того, что нога у меня уходит вниз, поэтому у вас падает бедро, да? Это же называется качалочка. Вот она происходит вот так. Она будет у нас с вами тоже в движении. Теперь у нас с вами восьмерка. Как научиться делать восьмерку? Восьмерка горизонтальная, та, которую мы рисуем на полу. Возьмите мел, нарисуйте восьмерку на полу, встаньте в ее круги, стоп у нас стоят параллельно, и начинаем обрисовывать восьмерку, как будто у вас вместо бедер один карандаш. Обрисовываете раз полукруг, два полукруг. И вот так вот стоите полдня и тренируетесь. Обыкновенные боковые шаги. Сейчас я покажу это без восьмерки, покажу просто, как мы будем ходить к вам боком. Посмотрите, шаг, приставить, шаг. И также в другую сторону. Шаг, приставить, шаг. Забыли про ноги, вспомнили про бедра. Стопы параллельно. Рисуем ту восьмерочку, которую мы нарисовали только что мелом с вами на паркете. Рисуем восьмерочку. Раз, два, три. Ноги свободные, можно сгибать колени, как вот вы в жизни обычно делаете. А теперь пробуем двинуться в правую сторону, ни о чем не думая, просто рисуя восьмерку. Не думая ни о ногах, ни о бедрах. Восьмерочка рисуется, а мы с вами идем. То же самое пробуем делать в другую сторону. Восьмерочку нарисовали, представили себе ее на полу и обрисовываем. И при этом начинаем двигаться влево. Повторяем еще раз. Шаг, приставить, шаг. И в другую сторону. Шаг, приставить, шаг. Теперь движение поворот. Поворот, посмотрите, я его покажу. Он будет делаться через вторую позицию. Вторая позиция – это позиция, когда ножки на ширине плеч. Посмотрите. Шаг, шаг, шаг. И также в другую сторону. Шаг, шаг, шаг. Шаг, шаг, шаг. И в другую сторону. Шаг, шаг, шаг. Мы с вами сделаем удар животом вовнутрь. Как это сделать? Поджать ягодицы. Бум. Еще раз сделаем. Поджать ягодицы. Бум. Представьте, что-то летело и попало вам в живот нечаянно. Бум. Теперь делаем это с поворотом. Поехали в правую сторону. И раз, два, три. Бум. И в другую сторону. Раз, два, три. Бум. Теперь учимся работать плечами. Руки у нас не в сторону, да, а слегка в диагональ, для того, чтобы у нас были расслабленные плечи. И пробуем работать плечами. Мягко, 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 мягко. Посмотрите, как это будет выглядеть вместе. Посмотрите, мы делаем поворот в правую сторону. Предыдущее наше движение. Шаг, два, три, удар, бум. А теперь плечами. Раз, два, все. Поехали еще раз, только в левую сторону. Шаг, поворот, шаг, бум, удар. И плечи. Раз, два, три. Еще одно движение, это отход назад. Я покажу, как это делается ногами. Мы с вами становимся в диагональ. Будем уходить то в дальнюю диагональ левую, то вправо. Посмотрите. Я становлю ногой полупальцы. И толкаюсь, выпрямляя колено. Бум. Посмотрите позицию, которая образовалась после удара. Нога согнута, вторая нога полностью прямая, и пяточка не стоит. Опять все ставлю, как первый раз было. И еще раз повторяю. Бум. И так идем. И бум, и бум. И бум. Возвращаемся. Пробуем все же делать только в другую диагональ, в правую. Внимательно первую позицию. Ножки на полупальчиках. И сейчас выталкиваю себя левой ногой. Бум. Получился шаг. Мягкая нога правая, левая прямая, пятка не стоит. Еще раз подтягиваю. Бум. 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 И
Теперь делаем так, как у нас будут связочки. По два раза. Посмотрите, я убираю руку, тем самым привлекая внимание самому бедру, которое будет подниматься. Ручку убираю наверх, пальчики у меня собраны. Ножка рядом стоит. И теперь по два шага в каждый раз. И раз, два. Меняю позицию, разворачиваюсь в другую сторону. Раз, два. Еще раз также меняю позицию. И раз, два. И еще раз меняю позицию. Раз, два. Движение, продвижение вперед. Крестный шаг. Посмотрите только, как будем делать этот шаг. Приготовили правую ногу. Шаг накрест, нога. Шаг накрест, нога. Шаг накрест, нога. Шаг накрест, нога. И уходим назад. Шаг, два, три. Вернулись. Еще раз. Шаг, поставили ногу. Шаг, поставили ногу. Шаг, поставили ногу. Шаг, поставили. Из правой ноги назад идем. Раз, два, три, четыре. Теперь мы с вами украсим движение, сделаем с него и восточное движение. Посмотрите. Шаг, нога. И теперь удар. Бум, бедром. Кого-то отодвинули в сторону. С другой ноги. Раз, два, ударили. Бум. Повторяем еще раз, чтобы запомнить. С правой ноги накрест. И шаг, удар. Шаг, удар. Шаг, удар. Шаг, удар. И тихонечко отходим назад. Теперь отходить назад мы будем с вами не просто так, а будем ходить с вами ударами бедра вниз. Становимся на правую ногу, левую выставляем вперед, становимся на правой ноге, левой веса нету. Поднимаем бедро и как бум вниз. Поднимаем бедро, ударяем в пол. Теперь мы с вами будем отходить и делать эти удары. Посмотрите, с правой ноги шаг назад, поднимаю бедро, бум. Теперь с левой ноги шаг, поднимаю бедро, бум. С правой ноги шаг, поднимаю бедро, бум. С левой ноги шаг, поднимаю бедро, бум. С правой ноги руки ставим в диагональ, пальчики вместе. Пошли. Шаг, удар, шаг, удар, шаг, удар, шаг, удар. Идем назад с правой свободной ноги. Шаг, ударили, шаг, ударили. А теперь та тряска, которую мы первую выучили. Еще раз повторяем весь этот кусочек. Внимание, с правой ноги. Накрест, удар. И раз, два. Шаг, бум. Шаг, бум. Отходим назад. Шаг, удар вниз. Шаг, удар вниз. И трясочка наверху. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Дальше. Восьмерка, которую мы с вами выучили. С приставными шагами вправо и влево. Пошли вправо. Шаг, приставить шаг. В другую сторону. Шаг, приставить шаг. С самого начала повторяем. Шаг, шаг, бум, шаг, бум, шаг, бум, шаг, бум. Назад идем. Шаг, сбросили бедро. Шаг, сбросили и шими наверху. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Идем в правую сторону. Раз, два, три. В другую сторону. Пять, шесть, семь. И добавляем сюда поворот с ударом живота. Поворот. Удар и потом плечики. Раз, два, три. Собираем все вместе с самого начала. Раз, удар, два, удар, три, удар, четыре, назад. С правой удар, бум. С левой шагнули, бум. И трясочка, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Опустились, вправо идем. Восьмерочку нарисовали. Восьмерочку нарисовали. Поворот, поворот. Живот приготовили, бум. И плечи приставили. Помните, мы убрали с вами руку. Сейчас будем бить бедром, уходить в диагональ. Приготовились. Шаг. Шаг. Развернулись. Опять бедро показали. Шаг. Шаг. Отсюда мы делаем движение, которое только сейчас выучим. Посмотрите внимательно. Бочка. Это большой-большой круг бедрами. Посмотрите. Я делаю переднюю дугу. Заднюю дугу. Переднюю дугу. Заднюю дугу. То есть обрисовываю очень большой круг под собой. Еще раз делаем в левую сторону. Раз, два. Раз, два. А теперь это сделаем и приставим ножки. Посмотрите, в левую сторону, да? Раз, приставляя ножку, доделываю круг. И отсюда с вами будет волна наверх. Смотрите, у меня коленочки уже согнуты. Колени, таз вперед, живот, грудь и сбрасываю. Еще раз, только последнее движение. Мы с вами сидим мягкие колени, большое плие. Колени уже готовы. Таз вперед, бум. Живот вперед, бум. Грудная клетка вперед. И сбрасываю. Колени, таз, живот, грудь. И еще раз.
колени, таз, живот, грудь. Теперь собираем, начиная все с восьмерочки. Приготовились правую сторону, восьмерка, восьмерка, и потом поворот. Приготовились. И раз, два, три. В другую. Раз, два, три. Поворот. Шаг, шаг, шаг. Живот, плечи и приставили ноги. Уходим. И бум, бум. Повернулись. Бум. Бум, повернулись, и отсюда бочка. Раз, приставили ножки. Два, и волна. Колени, таз, живот, грудь. Бум. Шаг, удар, шаг, удар, шаг, удар, шаг, удар. Назад. Шаг и сбросили. Шаг и сбросили. Трясочка. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Встали. Восьмерка вправо. Раз, два, три. Другую. Раз, два. Поворот. Шаг, шаг, живот приготовили, ударили, плечи в это время собрались. И шаг, шаг, поворот, шаг и бочка, большой круг. Передняя дуга, задняя и колени, таз, живот, грудь. Хорошо, теперь остался выучить начало. Первое движение мы с вами уже выучили, это качалочка. Шаг, шаг, поднимаемся наверх и наша трясочка. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Опять вперед идем. Шаг, шаг. Качалочка, шаг, шаг и трясочка. А теперь соберем весь наш танец вместе и потом сделаем все под музыку. Приготовились со вступления. Услышали музыку и вместе качалочка. Качалочка, пошли вперед, трясочка. Опять прошли вперед, качалочка. Опять прошли вперед, трясочка. И отходим назад. И пошли с правой ноги. Шаг, удар, шаг, удар. Шаг, удар, назад. Бум, бум, трясочка. И вправо восьмерочка. Другую. Поворот. Живот, слушаем. И отходим. И бочка. И волна. И можно повторять еще раз. С самого начала. Назад, бум, трясочка. И восьмерка. И поворот. Отходим. И бочка. И наверх. Вот так вы можете танцевать бесконечно, пока не надоест и пока вы не насладитесь своим танцем. А теперь попробуйте и вы. Восточный танец живота доступен любой женщине, независимо от возраста и фигуры. Танцуйте на здоровье в танцевально-вокальном центре «Штаб-квартира». Танцевально-вокальный центр «Штаб-квартира» на улице Жуковского, 38.